Доброе утро! Начинаем наш день опять с яичницы с помидорами. Это теперь в этот раз мне и Григорию. Фанечка, доброе утро! Мы верим, а вы на большой бассейн купаться. Правильно. Ты поедешь? Да, там буду купаться. На рукавнике тебе надо, да? Да, там сумки нет. Всем приятного аппетита! Солнышко нам уже светит. Так, Афонька уже тащит нашу сумку. У нас там покрывало, полотенце, да? Что еще? Переодевачка, купальники, плавки. Да, мои. Твои? Ты на себя же надела. Да. А эти? Трусики там тебе положила. Фонька, короче, сразу в плавках. Да нет, а ты так спать. Да? Да. Все, Афоня готов ехать в пикник-клаб. Выехали. 9.03. Я не знаю, вроде ничего. Я думаю, что там все есть. Мы едем, едем, скоро уже приедем. Вон уже видно пикник-клаб. Где мы, наверное, здесь же на улице будем ставить эту машину. Широкая-то какая. Угу. Я не думаю, что тут в 9 утра будет много народу, да? Да? Короче, вот пикник-клаб. Мы уже все, зашли в пикник-клаб. Вон уже Степа. Вот Афоня. Зачем? Гриша! Анька приехала, да, мы как по мостику идем, да, Зоя? Тебе нравится? Угу. Такая, да. Ямка. Ямка там. А я куклу буду обыскать воду. Вот, тут уже вот новый бассейн, его сейчас чистят. А потом мы будем купаться. Да, вы взяли с собой купальнички? Да. А я на море уже научилась без круга. Да ты чё? Да. Это, слышишь, Сержуня, иду, одни одного тебя слышно, больше никого не слышно. Все такое... Ты кушать будешь? Еще так сходи. А ты будешь пить минералку, Афонь? Будешь? Будешь пить, да? Любовь, бухгалтер от Бога. Уже соревнования. Ты видишь соревнования? Уже там серый отжимался, я видела. 100 раз? 100 раз? Я не знаю, сколько. А Сёпа его уже, по-моему, взял. В коляске, наверное. Сейчас его, видишь, чистят. Сейчас почистят бассейн. Мы пойдем купаться. Болеем за детей! Давай, давай, давай! Галюня тут тоже загорает. А кто-то боялся с детьми приезжать, да? Не, ну я вообще говорю, обычно же говорят, у нас маленький ребенок. Мы до 18 его лет не будем никуда ездить, да, Зай? Тут... Загорает уже Зоя, да? С ребенком купаться уже? А ребенку надо спасательный жилет одевать твоему. Это слышишь? А Зоя уже говорит, мне надо только с ребенком. А мы за ребенка, скажите, не оплатим. Бассейн, да? Ой, сейчас Гриша будет отжиматься. А кто из Меров, Довгаль? Ой! Давай, Данил. Гриша! Эти тащат. Прям в бассейн, если на нем поплавать. Да. А без зубы. Мы вчера были. Для какие у них отжимания? Гриш, давай! Давай, Гриша! Миша, стоп, стоп! Гриш, давай! Пошел! Давай, сынок! Я пусть не всего 4. Пошел! Гриш, давай!
Молодец, Гриш, давай. Встаньте, руки встряхни, если устал. Давай, давай, давай. Умничка, молодец. Давай, давай, давай. Гриша. Давай, давай, сейчас мы еще будем приседать с тобой. Давай, давай. Гриша! Я вчера 3 раза в обморок падала. Молодцы! Игорь, а сколько Гриша? 101. Сюда иди. Давай. Родство не... Так, у кого еще? Вот Гриша. Кирилл Александрович, я ему не родственница. Я у Гриши запишу результат. Что, договоримся? Да. Ну. Начинай тогда с 10 его. Нет, со 2 минуты. Начинай, что будет. Пятками считай. Можно минуту, да. Больше не надо. Афоня, иди сюда. 20 секунд. Все, приготовились. Афоня, иди сюда. А счет 3 начинаем. 1, 2, 3. Грудью касаться. Они не спешат. Грудью касаться бутылки. Нифига себе, Доголь, да он чемпион. Грудью касаться, не касается, не считай, Вова. Как не касается? Шатается. Я же не знаю, что у меня живот больше. Тут как бы до живота нужно тогда. Осталось 30 секунд. Давай, Сержуня! Давай, Сержунь! Раз. Еще. Надо быть примером. Да. Валерий, давай, Сержуня! Папа! Папа! Я могу! Довгаль, еще! Еще! Давай, давай, давай! Ура! Еще первое место. Чего? А, не первое? Гриша, иди одевай на бассейн эту. Все, мы покупались. Так круто. Как круто, мы уже наплавались. Каратисты, короче, все в воде. А где Гриша? Где? А ты видишь Гришу? А, вон Гриша. Гриш, привет. Все, иди, плыви. Водичку у кого? У них? Уже в новый бассейн пришли. Тут такая прикольная штука для деток. И наши детки тут купаются. Тебе нравится, Афонь? Афонь? Афоня? Тебе нравится? И Колян даже купается. Афонечка, сюда не... А, ты можешь, да? Зой, ты в него лазь. Зоя, сюда нельзя, здесь глубоко, можно... Награждение! Прям с кубком. Меня посмотрите все. Надо выпить с кубка, да? Ты о чем, да? Второе, третье место, Джордан Григорий. Вот теперь я выйду. Второе место, Борис. Покажи, покажи мне. Третье место, Григорий. А чтоб не написано какое. Третье место, Грицук Игорь.
Молодец! Первый! Серега третий тоже. Я думаю, кто такой конченый? Ты забыл? Второе место. Мальцев Данил. А он меньше, ему легче приседать. Ниже. Первое место с результатом 499 повторений. Привет, Владимир. Всего повторений. Ой. Ура. Какой? Недолго. У тебя было 35. Это ты. Первое место. Недавно, недавно, да, у него. Степа с кубком. А ей можно было и без приседаний давать медаль. Второе место тоже любовь, да? Первое место тоже любовь, да? Все любовь. И отжимание. Она до сих пор отойти не может. Вспотела, да? А? Купаться пойдем. А когда? Скоро. Тамара и Алена. Давай. Это папа на медаль. Папа на медаль, да. А, давай теперь сюда ставь стакан. Кубок. А, это ж не твой кубок, Люба, это ж Богдана. Купаться. Афоня! Вон там тетя Вера. Тетя Вера, мы к вам. Ох ты. А тут, кажется, не так уж и много детей, да? Глянь, что у меня на голове, но тут полный пипец. Из-за того, что я ныряла. Раз покупались, вообще там круто. Ты хочешь кушать? Ну пошли. Пойдем кушать. Дети тоже все покупанные. Побежали кушать. Фуань, пошли. Не знаю, где тебе купаться. Пошли, мы еще не купаться. Тут все хотят фотографироваться пока. А все хотят, вы их так хотите, чтобы они сюда развернулись? Или с той стороны? Груди сняли все свои. Груди, жилеты, очки. Короче, никак не можем сфоткаться. Тишина. На корточке надо. Так, тишина. Все меня слышат. Вот, носили телефон, смотрим. Да, подожди, не вы пошли. Куда смотреть, помаши. Наташа, ты помаши. Все, опустили. Не машите. Ребят, злые лица. Сейчас купаться. Злые. Не, лучше добрые, у них очень смешные получились. Фоткали, дальше что? Вот там улыбайся. Что, родители, топ! Родители третьим рядом становимся. Да, иди третьим. А теперь ты еще дальше. Иди к тете Вере и купайся, только ты без нарукавников оттуда не вылазь, понял? Сюда еще. Маша, Люба, вас не видно. Не влазите, кучнее, кучнее. Ну, вдохнуть и не дышать. Маш, давай сюда немножко. Ален, сядьте сюда. Чуть-чуть.
эти женщины крупные не влазят. Фоткаю! Все. Помаши Виталику. Помаши Виталику. Нет, я серьезно, вот сейчас вот смотрю. Мы вот сижу, не загораем. Ну с перевертачкой, чтобы это перевернуться. Все, раз, два, три, все нормально. А я забыла нажать. Ой, давайте повторим, да? Что? Вообще, не сиди! А, мама! Подождите! Ой, подожди, я вместо... Подожди, подожди! Подожди! Да ты его вообще не докрутил! Мам, сколько времени? Ух ты, шарик улетел кого-то. Афонька? Афонь, ты что так трясешься? Да? И ты трясешься? Три вот так вот раза перекрыли. Да ты чё? Обалдеть. Без нарукавников? Да. Вы имеете в виду, что это мой основной кусок, а я вас... Да неправильно сделал. Нифига себе, как в соседней беседке режут торты. Вера, у этого парня только надо поделиться своим куском. Да? Вот это режут, да, в соседней беседке. Пойдем, вообще? Выходи! Все, по одной режете. Скажите, да? Маме классно. А, ты где? Подождите, еще ничего не говорите. Иди торт попробуй. Будешь? Я понял. Мы тоже, но это думали, что мы только пиво попробовали. Попробуй ты на ручку. Ну, голубоглазая красавица, ну попробуй. Кусочек, или ты что? Мама пьет пиво. Видно кожа, которая да. Пропитана какими-то там попойками, да. Настойками. Да. Попойками, настойками. Да. Все, что вот весь... Что было не допито и не доедено, да? По какому-то мероприятию. Маме просто, допустим, настойку, 50 литров. Вишни, на спиртун такой. Вот она ее там разбавляет, эти 50 литров. Получается парками. Год идет, допустим, вишневой пропитки коржа. Год заканчивается. А этот год чего был? Вишневый? Это? Я не буду пальцем туда лезть. Ну да, потому что... Нет, вилка! У нас же вилка есть! Нет, корж там пропитан. Там, чем? А ну давай нюхаем, облизываем и пробуем. Фольга точно. Говорит, пальцем не надо. Все, закат. Скоро будет как красиво.